И в начале в округе Соломбала областного центра сегодня под лед провалился автомобиль АК. Как стало известно, утром прохожие обратили внимание на малолитражную легковушку на льду реки Соломбайлки. Детище автоваза частично ушло под воду. Глубина реки в месте провала составляет 3 метра. Туда прибыли водолазы северного филиала Госаквасфас, сотрудники МЧС и госавтоинспекция. Водолазы, обследовав автомобиль, убедились, что людей внутри нет. Водительская дверь открыта. Скорее всего, водитель успел выбраться и скрылся с места происшествия. При помощи спасательного автомобиля аварийную АКУ вытянули на поверхность. Обстоятельства появления машины на льду реки выясняются. Известно, что легковушка снята с регистрации.